В Одессе тоже стрельба и налетчики. В самом центре на улице Ришельевская ограбили мужчину, который вышел из банка с крупной суммой. Как только сел в автомобиль, к нему подбежали трое неизвестных в масках, разбили битами окна, стали стрелять в воздух из пистолетов, бить водителя и пассажира. Затем вытащили из салона сумку с деньгами и скрылись на «Шкоде Октавии». Пострадавшие бросились в погоню. Чем закончилась эта история, точно неизвестно. Но в полиции сообщили, что пострадавшая сторона претензий к налетчикам не имеет. Мол, личное имущество и ценности украдены не были. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ведущий консультант областного главка Одесской полиции Руслан Форостяк. Напомню, несмотря на это, уголовное производство открыто по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Свидетели произошедшего просят сообщить правоохранителям все, что им известно. Автомобиль налетчиков ищут. В настоящий момент принадлежность транспортных средств установлена, по городу объявлен оперативный план. Ждем результатов оперативного плана.